На открытие хосписа в Чидерлунге организаторы решались недолго. Для его размещения выбрали административное здание бывшего совхоза «Чидерлунский». Оно пустовало более 20 лет и впоследствии было безвозмездно передано благотворительной организации «Глория» сроком на 49 лет. Наши друзья в Германии откликнулись на нашу просьбу. И вместе мы, разумеется, с Божьей помощью только лишь решаем все вопросы и думаем о том, что у нас еще в дальнейшем будет, в общем-то, дела обстоять неплохо в этом плане. Хоспис – это не больница, это все-таки центр, в котором есть большая необходимость. Ассоциация «Глория» приложила столько сил, души и сердца, чтобы это стало настоящим домом для больных. Что хорошо, хорошо. Что сказать, медсестры отличные, относятся хорошо. Плохое не могу сказать. Я кишнёй 2 месяца лежала. Но там другая больница была, там я радиотерапия была. А сейчас потом сюда вот перевели. И вот сейчас с глазом немножко, и вот это вот направили к Камрату. Сейчас хочу завтра к Камрату, посмотрю, что скажут. Потом опять кишнёй, опять сюда. А что делать? Здесь будут помогать не только онкологическим больным, но и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Это сфера, которая невозможна без участия благотворителей, потому что тут уже просто помогают достойно дожить до конца. Я уже 22 года работаю в медицине. Я, благотворительное дело – это, это неплохо даже для своей души и для остальных. Я думаю, что надо помогать и вообще людям, нуждающимся в этом, потому что завтра мы можем оказаться мы на их месте. Хоспис в Чидерлунге открылся при финансовой поддержке немецкой благотворительной ассоциации «Слово и дело». Общая сумма вложенных инвестиций в строительство хосписа составила примерно 3 миллиона лей. За 5 месяцев здесь получили помощь 30 одиноких пожилых людей и 15 онкобольных.